Всем трем, дорогие подписчики, а также гости канала. Ну что ж, такой вопрос. Заканчиваем мы с этой игрой или не заканчиваем? Да? Как говорится, на повестке дня, пишите комментарии. Да? Нужно ли продолжать, не нужно ли это продолжать. А я сегодня просто хочу немножко тут, как говорится, поделать. Соответственно, чашка какао. Это у нас получается маффины, по-моему, да? Насколько я помню. Ну, во-первых, новая обстановка, и, блин, классно, слушайте, в новой обстановке, блин, прикольно работается. Нет, маффины мы не будем, давайте, о, булочки для завтрака, 25 штук. Хотя маффины хорошо, хорошо платят за маффины, слушайте, да, причем неплохо так. А с другой стороны, нам нужен новый заказик, да, так что, да. Так что берем вот так вот, соответственно, да? Давайте посмотрим, где больше, да, вот 13, ну да, маффины, конечно, это такое себе, а бабушкины тут бабушкины, да. Соответственно, мы берем этот, цель твоя мука, вот опять же, да, оббегать приходится, зараза. Да, берем, соответственно, сюда. Ватер. А, ватер. Я особо торопиться не буду. Да, тем более, куда нам сейчас торопиться? Время. Вагон и маленькая тележка. Итак, нам нужны дрожжи. Нам нужна соль, сахар, 15, 20, 25, 5, 5, 5. Так вот. И, соответственно, и все. И 30 секунд мы с вами. Даже 40 секунд мы свободны как ветер. Так, дальше берем, соответственно, мы вот это. Нам нужна пшеничка. Ой, так, нам нужна будет та ойл. Нам нужно мёд, нам нужно яйца, все, да, да. Ну, соответственно, нам нужны дрожжи 100. А, подождите, нет, давайте вот так вот мы сейчас сразу 200 долбанем, да, а потом просто два уберем. Да. И какао-порошка, соответственно, так, и пятерочку убираем. И опять же ставим на, ну, также на 40 секунд, да, чтобы нам, опять же, не торопиться. Тем более, пусть они воздушные будут, да, пусть они так спьются. Дальше. Да, у нас круглый хлеб, соответственно, мы сейчас мы его, да, вот эту штукенцию, ну, так вот, соответственно, сюда и, соответственно, сюда, это сюда, это сюда. Ать. Сюда, это, соответственно, сюда. Так, пусть будет там. Дальше это повесим. Да, маффины у нас, в смысле,
А, ну да, там понятно, что неизвестно. Соответственно, берем и погнали выкладывать. Блин, почему ты так вот? Ну, ты не хочешь? Или у тебя все? Нет, не все, один остался. А вот теперь все. Это выключаем. И это все. А сколько там? 220, да? Соответственно, сюда. Пара-пара. Ну давай, давай, давай. Благо мы немножечко можем ускорить шаг. Я не понимаю, как можно медленно ходить. И здесь, соответственно, ну, давайте 70. Так вот, да? И, соответственно, закрываем. Дальше. У нас маффины готовы. Но прежде чем маффины делать, соответственно, мы да, подготавливаем емкости. Но еще нам нужен будет. Блин, да что ж ты не берешься? Я еще хотел багет попробовать сделать, потому что в прошлый раз у меня не было этого станка. Станок уже есть, и хотелось бы его, так сказать, испытать. В смысле? А, я сахар, что ли, забыл? А, я сахар забыл. Окей. Так, соответственно, у нас... Что тут бабушкин хлеб? Бабушкин, бабушкин... Блин. Да, пока туда положим. А, все что ли? Блин. Так, ну чё, маффин? Маффин. А я думаю, чё у меня, чё-то я забыл. Да, я такой прям сосредоточен на всем этом. Ой, блин, не хватило денег. О как, вы прикиньте. Блин, не хватило мне денег. Хорошо, кукурузный хлеб. Пойдем сейчас. А, кстати. Ну, будет, значит, у нас маффины без... Да, немножко недобор будет этих маффинов.
Как-то я не рассчитал. Блин, ты серьезно? Ладно. Так, а теперь... Да, выполз я. Так, соль. Вытаскиваем. Ах. Да, и дороже. Отлично. Да. И, соответственно, сюда мы ставим 50. Так, маффины, маффины, маффины. Да, немножко мы их, конечно. Блин, чуть-чуть, да? Вот чуть-чуть не хватило. А, подождите, чё чуть-чуть? Вот так вот берем поднос, соответственно. Сюда вот ставим и вот так вот. Отлично, и вот он, последний наш маффин. Так, маффин. А, 180. Блин, я их пережарил, что ли? А, ну да, я их пережарил вообще, блин, нифига себе. Да, плохие маффины получились. Чё ж я так... Нам кукурузный хлебушек. Соответственно, сюда мы идем. Вот так вот. Вот так вот. Блин, слышь? Катина, ты чё убежала? А? Надо мудриться. Так, и соответственно, да, это у нас телегу мы сюда. А бабушкин хлеб нет, это здесь. Это сюда. Так, и кукурузный хлебушек. Так, это... Ну, чтобы далеко не ходить. Thank you.
Да, это останавливаем, это останавливаем. Так, у нас... А, вот я что, я кукурузный хлеб неправильно, да? Я там посмотрел, что это кукурузный хлеб и поставил маффин на такой же. Ох, я молодец. А странно, что формочки исчезают, потому что, ну, блин, каждый раз их покупать. Почему их нельзя использовать заново? Ну ты чё? Может, они таким образом не исчезнут? Мы как бы их подготовили, да, для маффина. Так, собственно, это нам сюда. Да, там 5 секунд осталось. Да, слушайте, запасом. 9 минут у нас еще в запасе есть. Соответственно, чтобы это все отправить. И какой, какой, блин, классный батончик. Вкусно, вкуснотища. А, о, вау. В смысле, я... Я не могу в городе направ... Да вы чё, издеваетесь, что ли? Вы прикиньте, засада. Я теперь не могу выехать. Ну и что, что там перекрыта дорожная пробка? Но я-то могу выехать, у меня-то пробки здесь нету. Где наш, кстати? Блин, у нас нету этого. Ну да, вон мы находимся. И почему у нас... Так, хорошо. То есть, я сейчас, получается, остался ни с чем. Продать я ничего не могу, соответственно, да? А выехать я тоже не могу. Чтобы отвезти хотя бы один заказ, да, и, соответственно, да. Очень интересно. Ну, давайте возьмем... То есть нас подвели, игра подводит к тому, чтобы нам взять кредит. Да? Но это бред. Это просто бредятина, которую я не знаю, зачем это сделано. Причем, если вы видели на карте, мы могли спокойно уехать. Слушайте, они от маффины понравились. Спокойно уехать. Никто нам не мешал. Дорожная пробка была вообще где-то фиг знает где. Но при этом нам не дают выезжать. Шикардос. Ладно. Отдаем. Отдаем платеж, потому что нам, в принципе, не надо он. Да? И давайте, соответственно, дальше. Вот, багет. Я что и хотел. Багет возьмем. Кокосовый пончик возьмем. Бегл. Блин, слушайте, делается очень странно. Ну и серебряный хлебушек, он квадратненький, правда, но... Там, в это, помните, да, закручивать вот это все. О-о-о. Булочка сюрпризом, кстати. Да, за нее мне больше дают. А, я просто умею делать. Так, 5 килограмм, да? Ну, давайте вот этот багет сначала замесим, соответственно. А, подождите. 5, 6. А, ну нормально, да. Соответственно, вот сюда.
Вода. Вода, вода, вода. Мысли нет. А, я... Блин, я для пончиков. Да, какой рецепт стоит, то он и насыпает. Ну ладно. Хорошо. Не успел. Да, не успел я поменять его. Ну ничего страшного. Просто единственное, что там этот емкость большая. Так. Блин, опять я вот этой фигней занимаюсь, да? Так вот. И... Вот так вот. Дороже. Так вот. И вот так вот. И мы, соответственно, с вами... ну, на 30 секунд, я думаю, нас... Да. Освободят от этого. Так вот, по поводу... Блин, опять куда улетела чаша, а? Вот как можно в таких условиях работать, а? Приходишь, блин, а тут... Миска 15 килограмм, да? Ну, давайте, соответственно... Сюда. А, кукурузная мука нам нужна. Да. Хорошая. И соль, как бы, и все, да? Так, и сюда. А, слушайте, в багет. Да, помните, я же, блин, классный чесночок пошел прям на ура, и людям очень понравилось. Где-то чеснок. О, опа. Так, соответственно, мы сюда и ставим на 25. Во. Так, дальше это мы берем наши пончики. Дальше выставляем 200 градусов. Хотите сказать, у меня аппарат что ли сломался? Вы что, издеваетесь что ли? Ладно, багет. Задолбало меня это дело. Соответственно, мы сюда... Так вот. Так, это у нас... Сюда. Сейчас мы заготовочку сделаем. Дальше мы вот так вот по одной штучке. Ну
да, я молодец. Надо было поставить, а. Ладно. Кто ж знал. Соответственно, да, сюда. На противень мы размещаем их все. А, не все. Я думал, все. Все. Отлично. Так, и багет у нас 220 получается, да, у нас сюда. И снова какая-то лажа с пончиками. Да, я не знаю, в чем проблема и почему аппарат перестал работать. Чё ты не работаешь? Ладно, давайте багет мы делаем, булочки сюрпризом нам теперь нужно. Соответственно, где этот чаша? Так, нам нужна кельтовая мука. Вода. Дрожжи 40. Сахар 22. Соль 22. А, изюм. Еще ваниль. Нет, подождите, где это ваниль? Корица, ваниль, по-моему. И сюда мы на 40 секунд. Так, а я вот эту не поставил, да? Ну я молодец. Так, вот это значит мы забираем. В смысле неизвестно, что это. Что, издеваетесь? Ну тут же написано, да? А, масло, ё что иметь. Блин, почему я масло не заметил, да? 50 и 40. Как я не заметил масло? Так, хорошо. Так, это мы сделали, булочка сюрпризом. Соответственно, она должна кругленькой такой формы быть. Это вот такой вот. А, нет, скажите. Не то делаю, прошу прощения. Да, круглая форма, но сюда мы перемес. А с чего вдруг-то? Так, соответственно, это сюда в формочку, это сюда.
Я же вроде бы как правильный, да, там замес сделал. Берись. Здесь у нас все-таки пончик смешался, да? Главное, как какой аппарат, да? Даже понимает, что это не пончики. Хм, интересное. Проще так донести. Давайте это все поставим на место, а то что-то валяется здесь. Ну. То барабашка тут все раскидал, но я потом бегаю, это собираем. Так, пончик. А, это булочка с сюрпризом, которую надо будет... А, сейчас им отправку извиняться. Сюда. Багет. Да? Блин, и это долго. Я пончики вообще с самого начала поставил, блин, думал, они пока будут делаться, я все остальное сделаю. А теперь эти пончики ждать. Ладно, давайте посмотрим, что мы можем еще улучшить. Поворотные колеса. Разблокировка поворотных колес для перемещения машины и ее подключения к экспедиту. А, я понял. Это, знаете, вот так вот. Это можно вот туда отодвинуть, а эту, да, подключить вот к этой. О, а, классно, классно. Всё, мы будем багеты теперь делать. Так, а это можно туда пока убрать. Так, а что мы можем здесь еще разблокировать? Ничего. Да, давайте проверим, что мы можем еще усовершенствовать. Ну да, это я думаю, что визуальность мы вряд ли будем. Вот, турборежим держит много помешания, ну давай. И мы можем еще купить вот эту. Правда? Правда, она у нас как бы есть, да? Хм, ладно. Она вроде бы как была. Так, а эту мы, так понимаю, не можем, да? Да, это у нас уже последнее. Это все куплено. Что вы еще делаете? А, уже последнее. Так. Ну да, пол мы сделали. Ну, что ты мне? А, промышленность.
Вроде бы больше и нечего, да? Вроде бы. А, стол. Да, давайте купим такое. Что еще мы можем? Ну, это мы уже выбрали свойку. Вот это еще можем, да? Нет, это мы не можем. Это мы не можем, да? И все получается. Ну да, это мы уже все купили. Ну и все, как бы у нас, да, у нас пекарня готова уже в полном объеме. Так, соответственно, мы вызываем и отправляем. Булочки, а чего вам булочки не понравились? Ну, ладно. Так, нам нужно, что мы здесь будем? Скидка курьеров, да, мгновенная доставка, ускорять задержку при покупке муки и жидких, ну понятно. Новый стиль, соответственно, я не особо зачем, да. Ну да, как бы там особо и нечего делать. Так, сейчас, секунду. Вот, так, давайте так сказать, еще разочек, да, еще один создадим, блин, опять барабашки, блин, что так, что ты меня так, ну, у нас тем более все новое, новый стол, новые подносики, ну, все новое. Так, давайте посмотрим, что у нас, соответственно, есть. Какие заказы, я хочу что-нибудь новенькое сделать. Так, маффины мы делали, да? Деревенские, умные. Ну, давайте вот, ну, здесь опять же кокосы, фермерский батон. Давайте еще маффин один. Ой, не маффин, а это багет. Правда, вот единственное, что мне, почему непонятно. А, багет, подождите, багет. А, это мы вот к этой... Ой, нет, скажите. Сюрприз. Подождите, а где было написано, что я нашел правильный рецепт? Вот. Старанный хлеб. Старинный, точнее, хлеб. Корица. Да, старинный хлеб, корица. Надо, блин, запомнить бы это все. Джем. А, булочка с сюрпризом. Джем нужен, а не... Так, а где же у нас эти багеты? Багеты. Багет. Чеснок с... Порошки. Ну, все правильно. А чё бы там... А, есть еще кукольный багет. А мы просто багет, да? Ну да, просто багет у нас, соответственно, идет чеснок, а в кукольный багет ни хрена не идет. Ну, ладно. Так, соответственно, давайте займемся сначала пончиками, да? Потому что пончики это, блин, самый гемор. Главное сейчас тоже не упустить то, что мне нужно. Так, соответственно, кокосовую муку. Там масло надо. Так, оп. Видите, вот уже косяк.
яйца. Атор. Мелк. Соответственно, да, потом у нас идет. Давайте я сразу масло я бабахну, потому что, ну, блин, я про него забыл совершенно. Сахар. Подожди, ну, сахар. Сахара. Ага, 200. И убираем раз, два. Дрожжи. О. М1. Так, и сюда мы ставим... Давайте 40, чтобы... 45, чтобы воздушные были, да? А, ну вот она, да, кнопка типа нажимаем и... будет ускорено все это. Так, пончики. Так, дальше мы багет с вами соорудим. Сразу же давайте чесночок. Секунду. Так, ты у нас иди сюда. Ну да, здесь, собственно говоря, и одному-то особо заняться нечем. Соответственно, да, здесь мы на багет. 4 вставляем. Почему, блин, почему вот... Какого хрена ты опять здесь делаешь, а? Так. Хочешь падать, а теперь она не хочет падать, да, багет? Окей. Куда ты? У тебя же еще 3 штуки. Вау, 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 вау. Вот так вот. 220 его накидываем. Двести двадцать.
Следующий батон фермерский. Вот с батоном будет немножко, да, немножко геморройно. Так, соответственно, сюда. Ватер. Закваска. Ржаная мука. Пшеничная мука. И соль. Так, правильно, правильно, фермерский батон. Так, и сюда у нас получается, давайте минут 20 будем перемешивать. Он, видите, уже почти готовый здесь. И у нас, соответственно, да, готовы здесь. Багеты у нас все готовы. Да? Вот. Ну, да. А фермерские, да, нам нужно будет кирпич. Поэтому мы сюда перенесем. Так, ты у нас сюда отъезжаешь пока что. Чё, перемешал ты? Да, перемешал, замечательно. Хотя, слушайте, форма у него без разницы какая. Хотя, блин, нарисовано кирпичом. Уж круглый. Ладно, давайте уж, да, нарисовано. Такой, значит, будем делать такую. Так, единственное, что нам нужно будет вот эту штуку. Добоем. Немножко приноровился. Да, вот если бы мак оставилось бы это как положено. И где положено? А, угу. Так, что у нас? А, нам нужны еще подносики. Нам нужны еще подносики, которые... Ну, ты же сюда ставишь все поднос, я же знаю. Ладно. Что за... Так, 200 градусов. 200 у нас средняя. Сюда притащил эту хрень. Я что-то не подумал, что надо же его еще выпекать, а я эту байду сюда.
да, что ли? Ну ладно. Да коробку притащил зачем-то. Батон? Почему ты батон? Ну ты же квадратный. Ну, нарисован квадратным, ну, кирпичом, поэтому надо было, может быть, действительно надо было батон сделать на машинке его. Херак, херак, херак. Ну, быстрее вообще, во всяком случае, было бы. Так, здесь у нас давайте 50, ладно, так вот. Так вот. Так, кокосовый батончик, кокосовый бананы, чунга-чанга. Тик-так, тик-так, тик-так. Все, мы уже, все, да, мы все. Мы все улучшили, все сделали. А, слушайте, они... А, так с Wi-Fi регулирует настройку таймера. Но он, хотя, подождите, я все равно регулировал его, да? Все равно же регулировал. Больше ничего же нету, да? Сколько пекарни. Ну да, только вот это, по-моему, да? Вроде бы. Осталось. Ну, у нас новая вот пекарня появилась. О, как ты долго печь. Прикольно, как кукушка нам. Проще кнопкой нажать, чем ждать, пока он там по три штучки эти. Соответственно, сюда мы выдаем. Да. Ну и все. Слушайте, сделали еще один заказик. Получили кучу бабок. Да, доставлено. Он, блин, ну да, безглютеновый багет, что-то им опять не понравился. Странные люди. Странные люди, людишки. Вам что не понравился безглютеновый? Все-таки вам не нравится, что туда запихнули чеснок. Ну ладно, еще раз. Да, значит, что-то другое попробуем. Тем более он... Тогда можно экспериментировать. Единственное, что им... Знаете, было бы прикольно, если бы они отказывались. И ничего не платили за то, что если ты неправильно выбрал. Ну я как предполагал, что будет, типа, если ты неправильную рецептуру, так сказать... Да, сделал то, ну или даже, точнее, рецептуру все то же самое, но если ты добавил и не угадал с ингредиентом, который ты добавляешь, ну там дополнительный, да, то есть чеснок там или там изюм, ваниль, то они не платят за заказ. Вот это было бы, кстати говоря, очень классно. Почему? Потому что либо ты получаешь чуть больше, потому что ты угадал, да, или чуть меньше, что ты не угадал, да, или вообще ничего не получаешь, потому что ты не угадал. Кстати, круассан, блин. Надо будет его потом
Ну, опять же, если потом или не потом, это вы мне напишите комментарий, да, стоит ли вообще продолжать данную игру или не стоит. Вот. А на сегодня все, бога-бога. С вами был я, Мастер Квартир 1. Ну и лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Как всегда, играйте только в хорошие игры. Все. Всем пока-пока. Не переключайтесь. Скоро увидимся.